Всем привет, ребята, у микрофона Кэтсунеко. А перед вами игрушка Проект Winter. Это кооперативная игра на 8 человек с элементами типа мафии. Знаете, нужно там подлецов двоих, в общем, найти. Я не знаю, я поиграл в тренировочный режим, так немножко освоился, создал своего чувачка. Вот так он у меня выглядит, бородатый такой чувак. Мне дали какой-то рюкзачок еще какой-то модный такой. Тут можно толстенького выбрать, такого среднего и худенького, вообще такого сухого дядьку, не знаю. Смотрите, нос какой у него. Вот. И, а тут девочки, да, у нас. Тоже полненькая такая. Но ножки, по-моему, у нее поломаются от такого веса, мне так кажется. Реально. Вот худенькая горбатая тетя. Да и, собственно, здесь всякие примочки, волосы, очечки, бороды, усочки, шарфики, носочки, штаники, подштаники, ватные трусы, варежки, вот. Даже цвет варежек можно выбрать. О, предмет еще, слушай, какие-то. Ага. Кирка, серп, дробовичок, снайперка и калашников, да? Автомат, в общем. Автомат, снайперка, помповая. Это добывать лес, рубить, это, соответственно, камушек, а это, я не знаю, траву, наверное, косить надо. Вот, так приступим. Единственное, что говорят, много всяких неадеквашек, и тут есть еще как бы рейтинг, да, и ваш. Вам ставят оценку пользователи. Если вы будете подтупливать, вот, типа палец вверх, то вам будет минусовать, и вы будете играть только у тех, кого отрицательный рейтинг. Вот. А рейтинг тут, говорят, слить вообще там, за нехрен делать. Так, предпочитаемые режимы. Давайте посмотрим. Я играю в первый раз, поэтому будем с вами смотреть и пробовать. Базовый. Короткие раунды, небольшая карта, без дополнительных ролей, упрощенные правила. Подходит новым игрокам. Обычные длинные раунды, крупная карта, стандартные правила и дополнительные роли. Да, тут несколько ролей всяких есть. Blackout, уникальные события и карта. Особые роли, правила и предметы. Давайте в базовый. В общем, выбираем лобби, где здесь пинг указывается, ни хрена. У меня член 17 сантиметров. Ну ладно, ладно, присоединяемся, там 4 человека есть. Анонимус. Сказуемая. А где я? А, вот Китсун. У всех нормально. Скорость 52 у меня. 83, 31. Давайте поприветствуем всех, будем лояльны. Всем. Восклицательный знак. Снежки какие-то есть. Что такое? Что за снежки? А как снежок кинуть? А, вон как кидать. А, это надо быстро зажимать. Не знаю, что вообще сейчас, что делать. Найдите подчиненные и почините первый объект. Найдите, почините второй объект. Вызовите спасательный транспорт по радио в хижине и спаситесь. Почему у меня голос тиммейтов идет через колонки, я не знаю. Так, вы разведчик, отслеживаете других с помощью рации. Ребят, привет, как слышно? Отлично. Замечательно. Я, в общем, первый раз играю, сильно не хайте меня, я прошел только обучение, поэтому... Ты, слава богу, ты в другой лобби не попал, там есть тело вообще. Ну, лобби. Которая друг друга просто бьет все время. Не только из Кирины выходит, да, ломать друг друга. Так, мне роль дали лазутчика, типа, я должен следить за всеми. Тут, я так понял, двое из нас кто-то... Какого лазутчика? Какого лазутчика, по-нормальному говорю? Как какого? Ну, написано, ваша роль лазутчик. Что за лазутчик, я не знаю. Не заливаешь, братан, кого лазутчик, покажи. Чел, давайте два чела злой. Разведчик. А, разведчик, точно. Лазутчик, ага. Молодец, ну сейчас вообще клёво. Круто вскрылся, я аж испугался уже. А что за лазутчик? Лазутчик это совсем не то, да? Толстый. Видите заказура, ребят? Он ушел. Кто-нибудь здесь еще есть? Понял. Вот и топливо. Схемы топлива. Изгоните заказура. Кто может прямо сейчас подойти? Бери за схемы топлива.
Да, я беру схему. Что-то вообще ни хрена ничего не понятно. Ребята, загляните за козуру и пойдемте открывать сразу. Сейчас, подождите, да я поставлю потом за козуру вашу изгоню. Так, а что делать-то? Так я пока ягоду пособираю. Не знаю, что делать. Надо генератор чинить, да, нам вообще, по идее? Ну, в общем, кто кушать захочет, я в сундук накидаю. Покушайте. Нет, все, проголосуй за козуру, пожалуйста. Как козу. А как голосовать, подскажите? Вот к этому ящику подойди. Ой, капец. Ага. И козура это типа он злой, да? Да, он ушел в самом начале игры. В одиночку, непонятно куда. Он так, что прощал, сейчас с новичком не прикидывался. Я такой умер. Я такой вышел из игры. О, бежим. Кто был? Сверх. Так, я готовлю ягодки. Что там сверху? Ящик открыли, только что. Так, кто открыл? А, лазутчик открыл ящик, да? Идем его бить, наверное. На этом открывателе еще осталось. А что делать серп? Серпом что, его? Ягоды быстрее добываешь, да? Ягоды, траву быстрее добывают. А, ну понял. Дерево, топор, кирка, топор, камень. Да, кирка, камень, да. Ну, это логически понятно. Так, а что электростанцию-то не... Пойдем. Нужно топливо и электросхема. Ты таким пухляшом играешь. У него ножки такие тоненькие, я не знаю, сломались бы, по идее. Тоже с тоненькими ножками? Да. А что, кто-то на геймпаде рубится, да? Удобнее, нет? Да, на геймпаде. Ой, а кто меня бьет? Меня толстячок бьет, пацаны. Кортес! Кортес меня бьет. Ай, беги. Изак, этот. Закус убил. Закосур, блин. Капкан. Пацаны, короче... Короче, закосор и этот... Каркес это... Завалили. Бьют нас. Шухер, пацаны. Да, я в тебя хочу переоденусь. Незаметность. Михаил Коллинз, мы с тобой призраки теперь. Да. Что делать? Все. Выходите из игры, ибо это самое начало игры. Все. Они нас не видят, не слышат другие игроки. Они нас убили и сердце стащили. Не, я понял, а голосовуха... Голосовуха живые не слышат нас, нет? Нас не слышат и не видят. Смотри, ты можешь, видишь панель сверху, снизу, типа костер, там, пушек, колечки. Ага. Короче, видишь, шеф, они, короче, подходишь, когда они будут стоять, и по радиусу, типа, холодишь их. Призрачным холодом. А, сейчас заряется, можно... Да, вижу. То есть мы их будем так мешать немножко, да, можно? Да, чтобы не холодило чуть-чуть. Угу, прикольненько. Сейчас он напевает. На, тебе холодом. Сейчас. Жалко. Только играть начал. Стой, Дань, сейчас не успеешь, надо зажать именно. Там надо время тратить. А, понял, надо держать, зажимать, да? Зажимать надо именно. А он нас не видит, призраков этих? Нет, не видит. Надо перед ним стать. Ты зря потратил сейчас. Я сюда. Ты его сейчас погрел. Да? Ну ладно. А, я на костер поставил, понял. Потом я вижу, нужно было... Это типа дать покушать. Да, нужно было четверку выбрать. Понял. Четверка это холод. Ну да ладно. Ну все, в жопу я выхожу из игры, скучно. Ладненько, давай. А я понаблюдаю, мне интересно. Нас убили. Пишем. Куда бежать-то я вообще не вразумляю. Тут карта вот сверху. Вот это вот электростанция, по-моему, да? Кицунок в изгнании. В смысле в изгнании? В каком изгнании? Изгнание. О, я смотри, я могу что-то подобрать. И чё? Смотри, я радиодетали взял. И я могу им принести. Кому надо. Статус электростанции. Нужен ремонт. А, там что-то долбит кого-то.
предателям везут посылку. Что за... Куда идти? Так, вот дом. Кто-то мимо меня пробежал. Так, это что такое? Я сюда зайти не могу. Ага. А как меня оживить? Кто-нибудь сможет оживить, нет? Я вообще жду. Опа, еще один. Опа, да. Еще один. Так. Где четвертый? А я могу им выкинуть вот эту штуку? Да нет, четвертый просто дурак. Ходили втроем, проще, только бывает. Чего себе некому лепить, да? О, давайте, пацаны. Блин, сейчас, сейчас. Куда лезть, надо постоянно поднять? Дом, дом. Четвертый, помоги. А чё она не заряжается? Мне медленно заряжается. О, привет, я тут тусю один. Дайте пожрать, пожалуйста. Сейчас еще буду. Сейчас за нас уже жрать. Да, сейчас будешь их всё жрать. Закос, а чё мы сейчас не можем никак помочь, да? Живых, дополнительные испытания, сбор ресурсов. Мне очень понравилась игра. Вот они, два маньяка вот этих, толстеньких. Они специально два толстеньких. Они меня заманили, короче, и убили. Злыдни писюкатые. Добрые толстячки. Так, не забывайте, у вас есть возможность поддержать игроков, которыми вам понравилось играть. В каждом матче у вас есть два голоса, с помощью которых вы можете повысить социальный рейтинг игрока и показать всем, что с ними интересно играть. Если же вы сообщите о плохом поведении какого-либо игрока, его социальный рейтинг понизится. Как высокий, так и низкий. Социальные рейтинги со временем постепенно возвращаются к нормальному значению. Так что продолжайте поддерживать новых союзников и сообщать о тех, кто нарушает правила. У меня сейчас нейтральный, типа. Давай вот этому плюсик поставим. А что это такое? Дружба, хорошие... Хороший лидер, опытный обманщик. Кто он мне там? Кортес, да? Кортес, опытный обманщик. Будет ставить. Во. А вот это он просто дружелюбный игрок. Все.